А котом играла. Блять, она ДПС давала там вообще не знаю какой, блядь. Ими, наверное. О, компас упал. И не только компас. И сердолит упал. Скифи. Что-то вроде распылить жал. А чё, компас кто забрал? Компас забрал я. Бля, где компас? Вот тут ты вообще слышишь все, конечно. А нет, все, компас у меня. Чего? Сейчас так, помнишь, супа у нас такая играла? А тебе нужен компас, Войт? Ой. Нет, у меня есть. У меня тоже есть, показывает. Сейчас я разгружу сумки быстренько, секунду. Давай. Добилось. Я говорю, помнишь, супа у нас такая игра? А, да что? О, вообще пиздец. Вот код, да, был вообще от бога. У нее ЭДК от бога. Я говорю, вот котом это вообще жесть. Вот, да, это вот, это ее призвание котом было. Я таких котов еще вообще ни разу не видел. Ну, я не знаю, у нас кот был, я тоже таких еще не видал, это Дарин. Он пока мне с ней играет, видать, что-то занят, не знаю. Там ДПС, когда у нас был максимальный ДПС у всех в нашем этом левеле, там, 11к, он давал 14. Хотя у нас у всех одинаковый, там, плюс-минус, этом левел был. Это еще мы в Зане ходили, в Кары Гера, то есть такого плана. Те сундучки нужны, Роме? Да нет, там всякое говно падает, зеленка, а с нее вообще выхлопа нету никакого. Мне здесь, в принципе, только нужны, знаешь, какие... Компас нужен кому-то? ДК нужен компас? Большой, да, большой радужный осколок. Большой радужный осколок, вот это мне нужны, потому что вот эти реги, они, блин, их мало вообще. Чё, погнали. Секс-залы. Так, а чё, сколько РБК-то у нас осталось? О, секс-залы, точно. Ещё бастионы. Ещё, да, ворки остались, и его. А у тебя друид на Анзу есть квест? Давай хп кричи, блин.
Вот, блин, что мне класс ДК нравится? То, что он притягивает к себе любого, кто убежал. Ну, воры также само блинкуются на того, кто убежал. Чё, тоже круто. Чё делать? Говорю, воры блинкуются. Тоже прикольно. Ну, ты блинкуешься уже в толпу сразу. А тут ты его вытянул, и все, и ты одного там... Вары, что хорошо, что он блинкуется, и он еще и стан этим сбивает. Наоборот, то есть дает. Ой, кто-то руду копает. Блин, тут всех собрали, кто здесь был. Грёбаные эти птички, которые, блин, откидывают. Чё, как думаешь, под масухой мы зальём всех там, нет? Или вытягивают? Зальём, я бомжей дам, чтоб они не разбегались к хилу. И заливаем. А, ну всё, туда, поехали, все. Хил только здесь стой. Мир! Уже поздно. Как он базарит смешно. Ай, блин, не то нажал. Лестните по телу. Мне охота далеко бежать там просто. Все. Что-то время много уже, да? Надо отдохнуть перед СЛК. Ну вот сейчас последний РБК остался, все. Я же говорил сразу, полтора часа мы в 4 на. Ну че, ФК шлючи. Зато видишь, как прикольно лимону сейчас.
Он спокойно уже агрит трэш. Спокойно идет. Ну да, я уже не страдаю, как в первый раз. Помню, меня привели сюда, блядь, кучку, да, смотрели, мам, вот здесь вот так он, блядь, здесь вот так, да. Но... Раку устан дает. Чехом, дети раку. Провидцы, короче, затея не тотемы, это араку в эфире. Не знаю, что наблюдатели делают. Тоже кастует какую-то хрень, ага, грудой побежал. Дай бопом, ну чё ты не успел-то, блядь, далеко слишком, за угол завернул, блядь. Нет труды. Потому что уже выкопал её ДК, он её притянул к себе. Притянул, блядь, руду. Да, надо по-любому еще похавать, и потому что там надолго пойдет. Я говорю сразу, я до половины десятого, потом на футбол. На гандбол пойдешь, блин. Вот сколько топоришек. Не достаю. Слишком близко. Помнишь, как эти духи ваншотали? О, ювелирка, это надо. Медовую жопу, когда тебе духи летят. Ты просто кайфи их, чтобы не убили. Сука, выкопают же, ХП, блядь. Ты видел, как отлетел, блядь? Как говно. К стене такой. Ой, блядь. Отлетел вообще смешно.
Что-то там жесть мобов, ничего себе. Тяните. Ревность. Роми не сдохни. Ну, меня подняли, сейчас вот буду спасать. Так, одному... Сука. Обосрались. Сейчас по дому, наверное. Хер по дому. Меч у тебя смешной. Меч вообще пиздец. У кого? Меня. Да то соки. Птичка это бесит, по всему инсту летает. Чем она тебя бесит? Летает, летает. Ну в экран залетает прям. Я думаю, сука, моб какой-то. Все чисто. А что ты так быстро бежишь? Ничего себе. Чарка на так. А у меня же не труха. Тебе не обязательно такое делать, чтобы... Я инженерка. Но вообще, если место инженерное, то можете тупо на стаму поставить. Оно у тебя рывки перехват. Селедка. Это же это. Кулинарка, да? По-моему, там дается за рыболовные квесты, да? Шатратрати. Ну и тут, кстати, тоже падает. Подводи его сюда. Ух ты, какой посох так красивый. У меня уже достаточно таких предметов.
Друид, смотри, это, походу, все камни собирает. Выиграл, ага. Три рубля просто за полтора боевым. Где моя ярость? Ударьте меня кто-нибудь. Где я? Где я потерялся? Ты на Ирак. Это откуда пришли? Да. Тоже если старые видосы посмотреть, как я тут чаржился просто. Мне этот моб, короче, который демон босс, откидывал в небо прям. Я прям из неба чаржился в него обратно. Хорошо, моб, тебе. Который сейчас откидывает, он смысл обратно притягивает. Да. Это не ты чаржился. Я чаржился, можешь посмотреть по видео. Да, вчера кинуло в Долоран. Не знаю, один раз меня, по-моему, выкинул за предел. Или какого-то другого танка. Не всегда выкинул. Слышь, Алера, да? Ага. Вот что я Долоран улетел, успел. Даже пустоту не успел пороть. Кто? Я, меня все прошло. А, сейчас? Вчера вот босс выкинул, да, и пустота. Я кинул нужно больше всех, она сумка не упала. Не пришла, видимо, в багану. А кстати, здесь не всегда на почту приходит. Что-то приходит, что-то не приходит. Идея 100% должно приходить, если у тебя сумки полные и ты сраливаешь. 100% должно приходить. Ничего не, иногда не. Не пришло-ка. Потому что на передаче я выиграл момент, когда Долоран выкинул. Это последняя, да? Да. Пойду передохну потом часов. Крупная целка. Не надо всех собирать, по левой пошли. Конечно, благодаря Кубу добрали РСу первого края. Ну потому что пуги в нее ходят. Лечите меня, говорит, а все сдохли уже его мобы.
таскал тоже такие. О, мобы какие-то. Жареная куропатка. Смотри, он чаржится куда-то вперед. Лимон убежал. Побежали все вместе. Не стойте там, сейчас сдохнет. О, кто-то полетел. Где лимон? А, вот он. А, сразу Боб получил, как на этот на ботинке встал.
Здорово, всем. Привет. Как оно? РБК ломаем. Сними. Я только еще на кнопку включу. Попомню, если что мешать. Девка, ты когда уезжаешь? Ну, я визу вчера подал. От 7 до 10 дней буду дроги делать. И плюс надо время купить на билет. Не знаю, точно дата будет. Я думаю, недельки две еще. Просто завтра сможешь все провести? По да, стандарту. Я, честно говоря, завтра, наверное, надо обычки грулмат. Не, по обычному, по стандарту. Просто я так подозреваю, у меня до понедельника опять не будет. До понедельника не будет, и потом как его, ну все, норм, я буду заходить нормально, пока что деревня тебе нет. По стандарту я поставлю, наверное, есть, ну я поставлю также ЦЛК 25 на понедельник, а за на вторник. Ну а на выходных можно. А, кстати, да, чё, это, да, на выходных, если что, кару веди. Да, кару, если что, на выходных, может, пойдем с ребятами. Кару, ЦЛК, РС-ку. Да, ЦЛК тут ребята сами собирают, в принципе. РС-ку так же само они собирают. Там, если что, ну этот начисление сделайте. Угу. Чё там, ой, чё там, диссонит, прожимайте. Диссонит, прожимайте. Ладно, пойду да. По АФК, что-то. Всем спасибо и пока. Да, счастливо, пока.